Автобусов хватит всем. 8 апреля в Пасху для горожан традиционно организуют дополнительные транспортные маршруты к местам захоронений. Работать они будут с 6 утра и до 3 часов дня. Четкого графика движения нет. Автобусы будут прибывать к остановке по одному и отъезжать по мере заполнения пассажирами. Маршрута два – от улицы Багаева до Новоталец и от улицы Карла Маркса до села Богородское. Стоимость тарифа будет составлять 29 рублей в Новоталице и 27 рублей в Богородское. Будет осуществлен контроль как со стороны органов внутренних дел, так и департамента дорожного хозяйства. В целях информирования граждан будут дежурить сотрудники департамента на двух точках, поэтому гражданам беспокоиться не стоит, волноваться тоже не стоит.